Доброе утро. Короче, уже почти 10 часов. Я сейчас вызвала такси. Вот, сейчас поеду к Полине в больницу. Будем делать снова уроки. Вчера почти весь русский доделали. Математику мы догнали. И русский практически догнали до школьной программы. Поэтому осталось только сделать белорусский. Ну вот, сегодня начнем. Завтра уже доделаем. Поэтому все шикарно. И хочу сейчас еще в кафешку там эту зайти. Попросила котлет. А я вчера ж в магазин наш не ходила. Поэтому котлет не приготовила и не сделала. Вот. Ну, там тоже есть котлетки вкусненькие. Поэтому сейчас приду посмотрю. Если будут, то будут. Если нет, то печенье ей возьму. Поэтому все, там уже в больнице встретимся. Эй, когда ты стерка, слышишь, есть? Уже вон сколько игрушек. С банкоматика дотягала, да? Ну и какая-то еще эта мякишка попала. Я вообще не знаю, что с ней делать. Просто ж мякать или что? Ну, просто ж мякать и играть. Вот, взяла шампунь, полотенце, потом еще волосы помоем. Да? Угу. У нас тут и теплая, и холодная вода. Если обхода еще не было, только пол помыли. Вот, потом напишем еще уроки. Опять. Короче, в кафе заходила, закрыто выходные, блин, жалко. Ну, ничего, завтра куплю котлеток и сделаю, хорошо? Хорошо? И печенька куплю в магазине уже. Вот, вода у нее есть. Короче, вот так, о, прям выстроила. Ай, боже, а что браслетик не носишь? Там были широкие. И вот такие узенькие. Но так как небольшие, то она даже их не напяливать не брала. А эти игрушки, кстати, вот эти вот из киндеров, это стерки вообще. И стирают ручку так, что даже не трогают, линейки не стирают. Вот это обалдеть. Первый раз такое вижу. Мои игрушки. Но нам вчера пригодились, правда? Мои игрушки. Никому я игрушки не отдам. Так, надо, короче, мы подождем, короче, до скольки? До 11 где-то, да? Потому что вроде второй завтрак будет. Был второй завтрак или нет? Не знаю. Не знаю. Короче, второй завтрак подождем, потом пойдем голову помоем. Да? Тут будешь такая с грязной башкой. Занесла? Молодец. И поела, и занесла. Какие мультики тебе? Целый день. Так, вот таблетка. Смотри, это, наверное, аспаркам. Таблетка и чай. И все, я уже собираюсь. Телефон заберу, потому что зарядить надо. Понятно? Здесь я не знаю, сколько там. Подзарядишь. А мне зарядки нет с собой. Где я заряжу? Может, я 24%. Может, я поиграю? А завтра, значит, не будешь играть, если я не заряжу. Ну, тут очень мало. Тут 24%. Он скоро навернется. Ну, либо играй, не знаю. Завтра тогда он зарядится немножко. Тут 24%. Ну, это очень мало. Это буквально чуть-чуть, вот поиграть и все. Давай выпивай таблетку. А я поеду на такси под наш магазин. Надо зайти, короче, купить котлеты. Хочет, да? Да, котлеты хочешь, котлеты. И Денис должен туда тоже подойти. Ну все, сейчас попрусь где-то в 6 часов. Все, сходили мы, короче, в магазин, не было этих оранжевых, как Полина говорит, котлет, взяли вот эти вот каштанчики на завтра, крем, это чтобы не брать, короче, уже завтра, не заходить в магаз, Полине печенье, палочки ванильные, 4 хурмы, забрала последнюю, вот, кефир, хочу пирог сделать, но не знаю, сегодня или не сегодня, может быть, завтра сделаю, вот такую вот рыбу хочу перекусить сейчас. Маржо на вечер что-то приехало по 2,80 или по 2,70, короче, на акции. По-моему, 2,61. Я не знаю, почему он сказал, что 2,80. 3 вот такие шоколадки. Одну сейчас скушаем.
Две в холодильнике. Конфеты «Золотая лилия» и три кофе. Все, я, короче, сейчас хочу включить рис в мультиварку, короче. И пока будет рис готовиться, эти 20 минут я пожарю котлеты. Поэтому пюре картофельное отменяется. Хотела гречку, но думаю, ладно. Ну, Полина сказала, ей пофиг, главное, чтобы котлеты были. Вот, короче, все, сейчас это поубираю и буду готовить кушать. Страшно! Зато на гирлянду посмотрел. Повесила гирлянду и буду сейчас цветочки поливать. Что у нас делается? И все, сейчас у меня, короче, вот эта классная полка будет висеть. Раз не хотят, блин, раз им задорого всем, то я буду пользоваться этой полкой. Классно. Все, сбежал? Я потом еще прохулесосить, пипец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где гвоздик отсюда делся? А, он тут не надо, в принципе. Красота. Как будто ж и надо, чтобы она тут была. Скажи. Так дых. И что ты там сидишь? В итоге с разбежки, блин, двумя лапами треснул по камере и выключилось видео. Офигеть, короче, котлеты у меня готовы и доделывается рис. Блин, все, наелись, называется. Доделывается рис, а вот лопаточка другая. Ну, там масло, короче, сейчас растопится, и будем кушать. Вот, потом, короче, легкий марафет. Тут надо сделать коту рыбу дала. Вот, помыть вот это. Ну, тут с большего, тут чисто посуда осталась. И хочу сейчас полить орхидеи и полочку ту загрузить. Вот в итоге какая у меня красота получилась. У тебя красота получилась, а у меня красота получилась. Ну, у него получилось, а я поставила. А здесь как будто у нас, не знаю, бабайки прибежали. Вот эту вот штуку, короче, на коридор вроде как поставим. Наверное, да? Ну, думаю, на коридор. С этой не знаю. Посмотрю по предыдущим фоткам, где у нас что вообще стояло в том году. И в этом году хотелось бы сделать бирюзово-синюю елку. Вот в таких тонах. В том году было красное с золотым. А сейчас, не знаю, смотрю, у меня такие бирюзовые и синенькие есть. Вот, ну, это буду завтра разгребать, потому что сегодня уже, ну его нафиг, 10 часов. Иди ешь шоколадку, я уже свою вон точу. Вот, поэтому завтра нарежу, чтобы, короче, Полина приехала, и тут уже елка была. А эти орхидеи поедут вот сюда. Иди отсюда, кадры портишь. Короче, даже реанимашки все сюда стали. Так клево сейчас смотрится. Кс-кс. Да? Чё? Все, буду монтировать. Да? Не дам я тебе шоколадку. Буду монтировать и будем ложиться спать. Все. Да? Я хочу еще пропылесосить сейчас. Потому что все эти перья и всякая фигня летит. И покормлю птиц еще.